Здравствуйте, дорогие коллеги, дезинсекторы, дезинфекторы. Хотел вам задать такой вопрос. Есть ли у вас такое желание попасть в телевидение? И не просто на какой-то канал, а на достаточно крупный канал НТВ. Сегодня позвонила мне девушка Анастасия, так замечательно с ней пообщались, и они собираются снять телесюжет, собираются снять какую-то видеопередачу по насекомым, по тому, насколько они вредны для человека, как с ними бороться. И нужен такой человек, кто мог бы подробно ответить на их вопросы, достаточно грамотно все изложить, рассказать. Конечно, необходим опыт работы в этом, то есть просто так, те, кто не умеет грамотно выражать свои мысли, или те, кто не имеет какого-то образования или опыта, не подойдет для такого дела. Но зато у вас будет достаточно хорошая возможность и о себе заявить. Дело в том, что я нахожусь сам на Урале, в Свердловской области, а съемки необходимо провести в Москве, либо рядом с этим городом. Поэтому это видеообращение прежде всего именно к дезинсекторам Москвы. Ну и, конечно, сможете, так сказать, себя больше заявить о себе. Может быть, это даже посодействует вашему дальнейшему продвижению вашей фирмы, ну и вас самого именно как дезинсектора. Я оставлю номер телефона для тех, кто, ну, кому действительно это необходимо, те, кто сможет помочь в этом отношении. Я пообещал ей, что в течение ближайших 3 дней, возможно, найду такого человека. Она со мной связалась, сказала, что ей очень понравились мои видео, то, что я грамотно излагаю, тот материал, который я преподаю в отношении насекомых, клопов, уничтожения этих вредителей. Ну, пожалуйста, свяжитесь со мной, если у вас есть желание поучаствовать в этом телепроекте. О своем желании вы можете изъявить, либо написав мне, либо позвонив, номер телефона вам известен, либо на электронную почту. Свяжитесь со мной, и я отвечу вам. Дмитрий, очень приятно. Дмитрий, это вам Анастасия звонит, или компания НТВ, вот потребительская программа «Наш Потребнадзор». Скажите, пожалуйста, мы вот сейчас ищем компанию, вот совместно с которой можем сделать вот сюжет. Дело в том, что удобно говорить сейчас? Ну, я говорю, ну, в принципе, нормально, раз движение освобождает. Ага. Отлично. Вот скажите, пожалуйста, мы сейчас делаем программу про различных вот пищевых насекомых, которые заводятся в квартирах у людей. И вот хотели бы посотрудничать с какой-то вот организацией, чтобы поснимать, как вот происходит уничтожение вот различных этих насекомых, там пищевой моли, да, или вот каких-то еще рыжков, которые вот там живут в различных там специях, и везде, где только можно. Вот. Поснимать, как их происходит уничтожение, чтобы, в принципе, эксперт, да, вот вы или кто вот занимается вот непосредственно, ну, выезжает на самом деле санитарную обработку, рассказала, при помощи чего, при помощи каких аппаратов, препаратов это все делается, растворов, да, то есть страдают ли от этого там животные, или это абсолютно безопасно, куда нужно обращаться, кому нужно звонить, в каких случаях нужно бить тревогу, да, когда у вас какие насекомые. Вот, какие насекомые могут быть опасны и не опасны, да, которые можно вылечить там самому. Вот чтобы непосредственно нам дали рекомендацию и непосредственно самим зрителям. Ой, Дмитрий, будем очень вам признательны, если поможете в этом. Спасибо огромное, будем очень признательны. Давайте тогда начнем. То есть вам нужно полноценное такое интервью, и вы куда-то вот, чтобы вот по уничтожению вот видите на точке.